Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я для вас сняла аутфит, когда шла на прогулку. Потом я сняла свою прогулочку и почему я осталась без кофе. Сейчас еще дома я досниму именно причину, почему я осталась без кофе. Да, что еще сказать? Да, ну все, пока все. Смотрите видео. Надеюсь, вам понравится. Это тюки стоят с одеждой, которую я выбрасываю. Нужно будет их просто вынести. Так что это не обращайте внимания. Вот, в общем, такой аутфит. Вот сапожки с блестяшками, джинсики, сумочка, шарфик темно-синий. Сейчас как бы его показать. Вот так вот. Ну, вот так. И побежала. И побежала. Все. Вот показала вам аутфит. А теперь покажу, где меня носит. Как обычно, на бульваре. У нас сегодня пасмурно. Мне так нравится такая погода. Сухая, пасмурная, небо такое. Темное. Люблю такую погодку. Кофе я сегодня не пью. И скажу почему. Потому что, девочки и мальчики, вся денежка, которая была у меня со мной, я потратила. Я купила очень красивые сережки, бижутерию и одной очень милой первоклашке красивую-прекрасивую лошадку. Я вам покажу. Это пушка. Это кран. Вот до чего я люблю ели. Просто я не знаю, как я их люблю. Такие красивые деревья. Вот кипарисы люблю, ели люблю. Обожаю. Просто обожаю. Ветерок, наверное, шумит немножко, но я постараюсь ближе к объективу говорить. А я думала, что это только мне становится как-то немножечко не по себе, когда подходят люди. А смотрю, девочек тоже так... Да, потому что, ну, люди не понимают. Вот стоит человек, разговаривает, думает, что он разговаривает сам с собой, что ли? Или с фотоаппаратом. Мы такая ёлочка. Еще люблю тему скамеечек. Очень люблю скамеечки. И фонари. Обожаю. Я уже, по-моему, говорила в каком-то из видео, что я просто обожаю. Обожаю фонари, особенно если они среди зелени. И тут уж не важно, елка это или другое дерево. Так люблю эту тему. Я всегда из интернета скачиваю картинки с красивыми фонарями. Вообще. Ну даже с простыми фонарями все равно. Все равно мне очень нравятся. Простые, вот лишь бы фонарь был. У нас такой ветер сегодня вообще. А вот сейчас уже шумно. Здесь ветер. Ветер сегодня, вчера, сегодня, вот несколько дней уже, особенно сегодня, по-моему. Ну такой порывистый, ветки падают. О, какой очень сильный ветер. Я просто
просто хочу показать бульвар, вот когда здесь нет площадок. Он такой просторный. Даже была бы я чуть-чуть помладше, я бы прям тут пробежалась бы в припрыжку. Хочется. Но не поймут. И вот ветер у нас сегодня такой, знаете, он высоко. Вот он шумит в высоких, в кронах высоких деревьев. Такой, вот такой ветер, он наиболее кажется мощным и зловещим. Такой. А это Таня. Итак, кофе я вам сегодня не покажу. Потому что я осталась без кофе. Потому что я купила бижутерию. О чем я вам уже сказала. Но я ее потом еще дома вам покажу. Итак, почему же я осталась без кофе? Из-за любви к бижутерии. Вот почему. Вот уже какие веточки. Вот эта бижутерия, которую я сегодня купила. Вот эта лошадка. Вот это ее стоимость. 129 гривен. И вот такая длинная цепочка. Вот такая. С другой стороны она сделана. Вот, вот так. Хорошая, очень хорошая бижутерия. Для ребенка это просто прелесть. За хвостик зацепилась. Вот. И, конечно же, я не обидела и себя. Сейчас. Вот. Вот это сережки, которые я купила себе. И хоть я не люблю вот такие штырьки, потому что вот от нее застежечка, вот она, потому что, ну, они могут потеряться. Но эти ничего, так нормально вставляются. Вот. В общем, очень понравились они мне, и я от них не могла отказаться. Там еще кое-что мне понравилось, но у меня не хватило денег. Вот это я не рассчитывала вообще что-то сегодня покупать. Вот эти стоят 49, ну 50 гривен, 49,99. Вот. Я не рассчитывала вообще сегодня на что-то тратить деньги. Я просто хотела пойти прогуляться, посидеть где-то в кафешке, попить кофеечку, что-нибудь съесть такое вкусненькое. Ну вот, зашла, и вот не могла отказаться. Все, мои дорогие, на этом это видео заканчивается. До скорых встреч. Пока-пока.